Друзья, ни для кого не секрет, что спортивное питание играет огромную роль в жизни спортсмена, потому что оно дает углеводы, недостающие белки, также восстанавливает после тренировок и облегчает жизнь. В связи с этим я бы хотел порекомендовать вам компанию Biotech Invest. Она занимается продажей спортивного питания. Если вы хотите стать частью этой компании и получать с нее доход, то обязательно переходите по ссылочке в описании и вливайтесь в компанию. Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет заруба. Это будет уже не рулетка судьбы, а мешок судьбы, шапка судьбы. У нас будут зарубаться качок, пауэрлифтер, стрит-воркаутер, стрит-лифтер и тоже стрит-лифтер. Посмотрим, кто выиграет. Достаем задание. Кто проигрывает два раза, на третий раз уже все вылетает. Погнали. Раз, два, три. Оп. Выбираю одну. Так, отжимание на брусьях. Отжимание на брусьях. 40 раз. Да вы охренели, нормально. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. I'm my... Давай, пить. Два, три. Саня, хорошо. Давай. Отжимания на одной руке 10 раз. Ой, это нормально. Ой, это сложно. Everyone, I don't need anyone. This shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself... 10, отлично, easy. Просто спокойно. Держать буду вот так. Раз, два, три. Ага, Данёк. Скручивание 10 кг на 20 раз. This world just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Чё мне насоветовал? Отлично. Ну, блин, сейчас назло, короче, попадется жим 100 кг. Погоди, я перемешаю. Давай. Стоп, стоп, стоп. 50 приседаний со своим весом. Нормально. Когда ноги никогда не качал, вот сейчас умрет. Been like driving me crazy, these people complacent. Too many are lazy, but one... Да, это сколько он сделал? Ух, блин, забил и все. Отлично. Подъем штанги бицепс, 30 килограмм. Нормально, на сколько раз? 15. You ain't never gonna stop me, I'll be found. Climb my way to the top like a rebound. I'ma be the one to pop with a new sound. I'ma be... Хорош. Подъем штанги на бицепс 30 килограмм. Опять, блин, фига себе. Ну, это просто он туда же. Ладно, пофиг, давай, делай. Ты что, 15? 100 килограмм попадет. Нормально. Нахуй поднимай. Подъем на бицепс. Четко, 50 килограмм. А, это я делал спокойно. Хорош. На 10 делай. Что, не подтасовал там ничего, не? Так. Тяга горизонтального блока 50 килограмм на 10 раз. Ё-моё, я не это пробовал. Какая? Самая вот легкая, такая? Наверное. Это, вот это. Я думал, это сложнее будет. Сложно это было. Гиперэкстензия 30 повторений. Не-не, кидай туда. Забился, нет? Это было очень сложно. В этом жесткое уже попадется что-нибудь. А ты же цель. Тяга вертикального блока 109 кг на 2 раза. Ну это изи для себя. На 2 раза, я думал, 100. На 20 я уже. На 2. 109 килограмм. Раз. Два. Вообще на изи, чех. Он бы на 10 сделал. Скручивание на пресс 100 раз. Что? У тебя один пресс, ты хочешь что-то? Ты кроме пресса еще ничего не делал. Может, до одного сейчас вылетели, до двух? Друзья, короче, у Данька один вылет, если второй будет, то он вылетает. И так у каждого. Теперь я, сейчас посмотрим. Листиков уже меньше и меньше остается. Жим лежа своего веса на 10 раз. Ну, нормально, легко. It hurts that you hate me, cause I feel like a tyrant. We fight and you bait me, you feel so defiant. По виду всю сотку жмёт. Мне кажется, если бы 12 было, я бы не пошёл. А пресс весь Даньку идёт. Маня узким платом, 20 раз. Ну легко, ты с вес сравни, у него по весу где-то 95. I've been feeling hella bad and I'm sad right. Отжимание на брусьях с 50 килограмм на 3 раза. Раз. Два. Три. Хорош. Да изи вообще. Пацаны все мощные, короче, все тащат. Не будет. Так. Бёрпи 20 раз. 20 раз.
Я уже после отжимания на одной думал, все писать. Надеюсь, сейчас не будет жима 100 килограмм. Подтягивание, отжимания на брусьях плюс отжимания от пола без перерыва по 10 раз. Да, это сложно. Отжимания с хлопками. 10 раз. Да вы охренели. Ну слушай, я на самом деле не думал, что я 50 на 3 сделал. Я думал, там уже будет 0. Да. Сужание. Стульчики, одна минута. Это вот так. Два, три. If that is not, yeah, you always let me down. You left me outside in the cold again. Я тебе говорю, я так срал в ванну. Я тебе клянусь, я не садился, блядь, ни разу. Это для меня вообще надо. Я расслаблен. А представь, сколько гопники могут так просидеть. Сейчас, знаешь, не обосраться. По привычке. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. Сейчас, стоп. Ну это, по-моему, легко, да, для Санька было. Данек в тот раз 15, или сколько ты сделал, Данек? 16? Это еще давно очень было. Да, везет. Да, Артур под себя подбирался. Нет. Так, подтягивай меня с 50 кг, один райдер, фигня. Изи. Хороший, чистый. Вообще не напрягается, да? Стоп, если, Данька, ты идешь? Ну я, да, сейчас. Ну слушай, еще пока. Отжимание не... набросив 24 килограмми 20 раз. А. Ну, слушай, даже, а вот это реально сложно. Даже отходить не надо. Вот это не так видно. Но после жима, да, после. После жима и после брусьев, которые я первым подходом делал, я уже умираю. Напиши, Арчи, может, точка ком напишите на это. Не сделал? Я тебе сказал, что не сделал. Ну, после жима еще-то сложно. Это очень сложно. Да не, можно было бы сделать. О, вот это ты меня подсобил просто. Жим ногами 200 килограмм на 7 раз. Погоди, я сейчас разомнусь. На сколько? На 7. На 7. Да. Уже рубятся, пацаны. 200 килограмм. Для него это просто вообще. Ну, мне кажется, мы бы все это сделали. Ну, да. Это, ну, не экстравесно. Тут бумажки на видео снимаете. Отжимание от пола 50 раз, блин. Нормально. Like it's cocaine, we always move fast, never in the slow lane. Enough foreplay, baby, this my domain. Санек даже не запарился, Женя, планки 3 минуты. О, вот это! Нифига ты жёшь! Не считай, не считай. Руки выпрями, переставь руки. Давай, 4 секунды. Хорош! Хорош. Ну это вообще жестко. Выходы силы 3 раза. Йоу! О, вот, кстати, вот что сложно было. Подальше. Ух ты, ё-моё! Такая вот колбаса. Идеально, чисто. Красава, как перышко. Даже не заметили, как вышло. Бег на дорожке на максимум. 2 минуты. В смысле на максимум? Ну просто на сколько там, 15 км в час, значит. Там не сфокусироваться, ну короче, 10 секунд. О, блин, нифига себе. Я сказал 15 км в час, а нихуя тут можно. Я-то думаю, чего так медленно бежит? Бля, 17 км в час, там взорваться. А, ну 20. Пусть так будет. Так. Это очень быстро. Ну пофиг. Уже 30 секунд прошло. А я-то думал, чего так медленно бежите, типа, знаешь? 21 предел, да? Не знаю, я больше... Лучше не надо, но это да. Быстро, это пойдет. Очень быстро. Это как машина бежит. Еще немного, минута скоро.
Ты видишь, она как самолет, блядь, летит. Короче, получается, что у Данька минус один, у меня минус один, у Коляна. Санек пока что чистенький. Боксирование одна минута. О, одна минута, прям вот так. That's the byproduct of hard work. No, wait, секунд еще. Я столько не выбью, ты что? Да это жестко. Ну и у Санька тоже минус. Бред какой-то. Удержание двойного уголка 40 секунд. Три. Всего лишь 40 секунд. Ноги выше. Сейчас у нас в конце будешь фланг держать и бить. Нам уже просто планк, полупланк. Да, он уже что-то в планке. Все, хорош. Блин, вот я сейчас уверен, 100 килограмм выпадет стопудово. Жим. Твою мать! Погнал, не зря мы сегодня штанги разбирали. Я не сделаю, я в жизни. Пойдем, сделай. Нет, она в жопу. Я сейчас мало вешу, я столько не пожму, блин. Все в жопу я не сделал. Я тоже. Приседания с выпрыгиванием 30 раз. Нет, зато теперь осталось всего парочку, я теперь уже вангу, что у меня будет. Да, да. Потягивай на одной руке. Давай, сделай, знаешь? Попробуй обычным хватом. Да нет, так-то это понятно. Ну, сделай хотя бы, ну, Санек, к сожалению, тоже вылетел. Осталось два персонажа. Посмотрим, кто выиграет. Два брата, да? Удержание уголка 40 секунд. У него просто все напряжено. Что за фигня вообще? Выше ноги. Выше, выше, выше. Чего? Да нормально, он хорошо делает. Это уже падающий уголок у него был. Cause I got what you need, hun. And we don't answer to no one. Давай, давай, 5 секунд, 4, 3, 2. Не успел, блин. 2 секунды просто не дошел до 40. Давай посмотрим, Колян сделает следующее упражнение. Потому что у них ничья будет. Если он не сделает, то ничья получится. Разгибать? Вот да, да, да. И сколько, с каким весом? 10 раз, максимально. 10 раз максимальным весом? Ты для кого упражнение подбирал? Там с максимальным весом 10 раз никто не сделал. Вот для кого я делал упражнение. Просто давай пикируемся. Нет, даже все равно, это же просто машина, это блин. Очень сложно. Ребят, 91 килограмм. Ну, честно килограмм. Выиграл, все правильно. Честно выиграл, абсолютный победитель. Спасибо. Какие остались? Тут одно! Приколитесь. Что осталось? Одно. Осталось последнее упражнение, это подтягивание со своим весом 20 раз. Вообще иди. Нормально. Да, иди в конце дня. Да. Ну да. В конце я уже хил. Я бы на свежак бы сделал 20. Ну что, друзья, Колян абсолютный чемпион, получился первое место. Это просто невероятно сложное упражнение. Наверное, самое сложное из всех упражнений было, и он его сделал. Напишите в комментариях, что Колян просто красавчик. Если не верите, то сами попробуйте. А так, спасибо за внимание, подписывайтесь на всех пацанов, ссылочки будут в описании. Если хотите такую же рубрику, обязательно напишите в комментариях. Пока.